Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я вам покажу новинки аксессуаров из каталога Oriflame номер 14. Мы их рассмотрим поближе, повнимательнее, чтобы вы имели представление об их размере, качестве и уже сделали для себя выбор, какие заказывать аксессуары из текущего каталога. Приятного просмотра! На странице 41 мы видим серию в золотистых тонах. Первым мы посмотрим косметичку. Косметичка лаконичной формы, прямоугольная, на застежке молнии, вместительная и компактная одновременно. Размер косметички 20,5, высота 12, а ширина донышка 7 сантиметров. Внутри косметички черная подкладка, есть карман на резинке отдельный для всяких мелочей, и само пространство очень большое и вместительное. Молния тоже золотистого цвета, приятно скользит, то есть косметичка такая прослужит долго. Сам материал, из которого изготовлена косметичка, такой шершавый немножечко на ощупь, то есть косметичка хорошей такой плотной формы, то есть держит форму хорошо и большая. Мне кажется, классная косметичка, многие будут рады такому аксессуару. Второй аксессуар — это зеркало карманное. Зеркало приходит запечатанное в пленочке. Сейчас мы... Здесь у нас тоже идет все запаковано в мешочке. Вау, какое красивое зеркало, квадратное. И здесь у нас, как оно открывается, ага. Так, аккуратненько убираем ткань и смотрим. Два варианта: есть обычное зеркало и с другой стороны увеличение, троекратное увеличение. То есть если вам нужно, например, сделать красивые стрелочки, выщипать брови, то конечно идеальный вариант — это увеличительное зеркало. Какое-то оно компактное, единственное, конечно, остаются следы на крышечке, а у меня как раз руки кремом намазала, и поэтому следы остались с удовольствием. Вот такое классное зеркало. Следующий аксессуар — это треугольный чехол для кистей. Он тоже идет на молнии, и его можно сделать как подставку, то есть отлично вот на это донышко. Кант очень упругий, твердый, стоит отлично, и можно положить как удобно. Смотрите, в чем здесь фокус: молния застегивается не до конца, она приятно скользит. То, что мне нравится, верхняя часть прозрачная, мы видим, какие кисти, а вот внутри как раз тот самый треугольник, куда мы размещаем кисти. Есть специальные такие отсеки на резиночках, ну, например, мы берем кисть и ставим, расставляем кисти как нам удобно. У меня тут целый набор, сделали выставку кистей, разместили маленькие, большие, потом закрываете чехол, застегиваете, и кисти у вас герметично лежат, все на месте, все красиво и аккуратно, и в нужное время открываете и пользуетесь. И тут есть надпись Oriflame Sweden. Отличный аксессуар, я думаю, что многие его тоже оценят по достоинству, потому что аксессуары мы, девочки, все очень любим, и они нам помогают сохранить нашу косметику, аксессуар, там, необходимые кисти, пинцеты, чтобы все это лежало аккуратно и всегда было под рукой, особенно если мы отправляемся в дорогу. Следующий аксессуар из серии Norhen. Мы можем с вами заказать подвеску, она приходит в коробочке, вот такая вот коробочка картонная, подвеска в мешочке, все аксессуары Norhen в таких красивых мешочках с кисточками, и внутри нас ждет вот такая милая подвеска на плетеном таком крученном розовом шнурке, очень хорошее кручение, аккуратная такая застежка карабин, есть дополнительно цепочка для того, чтобы удлинить или укоротить наоборот объем для нашей шеи, то есть кому-то нужно подлиннее, кому-то поменьше. И особое внимание я хотела бы уделить подвеске. Здесь у нас такая абстрактная золотистая конструкция и розовый кристалл, он
Этот кристалл известен как камень вечной любви. Смотрите, как это красиво. И у него такая мелкая-мелкая огранка, и камень весь переливается, когда на него попадает свет. Мне кажется, это очень красиво и актуально. Так что обратите внимание на эту подвеску. Она будет стоить 1199 рублей в 14-м каталоге. Если вы ее заказываете, то получаете уже в следующем каталоге 30% скидку на любое украшение Норхен. Так, далее у нас есть еще аксессуар. Очень интересный. Я, правда, такими аксессуарами никогда не пользовалась. Это специальный пинцет из нержавеющей стали для быстрого и чистого избавления от черных точек. Давайте его тоже распечатаем. Здесь есть инструкция. Ее нужно будет внимательно почитать, ознакомиться, как работать с этим пинцетом. Честно говоря, не знаю, как это делается. Итак, смотрим. Нержавеющая сталь, есть логотип Oriflame Sweden, есть специальный пластиковый колпачок для того, чтобы сохранить кончики пинцета, чтобы они не гнулись, не деформировались. Вот такие вот пинцетики. И мы аккуратненько, наверное, так надавливаем и извлекаем каким-то образом. Я, честно говоря, никогда не пользовалась, поэтому я думаю, что надо вот так аккуратно надавить и вынуть черную точку. В общем-то, пробуйте, экспериментируйте. Стоимость пинцета будет у нас 239 рублей. Вот такой аксессуар. И мой любимый аксессуар в серии Элио. У нас появилась специальная щетка для распутывания волос. Вот такая щетка красавица. Оказалось, что она небольшого размера, то есть она прям отлично лежит в руке. Мне понравилась изогнутая ручка, она под форму руки очень хорошо лежит, чудесно распутывает волосы. Вот чего я не ожидала, то что такая малышка справится с моей длиной и с толщиной волос. Все чудесно. И как вы видите, щетинки все разной длины. Есть длинные, есть совсем коротенькие, есть средние длины. То есть все они у нас расположены по кругу. Длинные, потом короче, выше, выше, потом опять короткие и выше. И в серединке тоже высокие. Вот такая крутая расчесочка. Я себе уже заказала. Буду пользоваться ей с удовольствием. Стоимость расчески 379 рублей. Вот такая у нас коллекция аксессуаров. Я вам желаю приятных покупок и до новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока.